по конвейеру российского завода «Хавал» в Тульской области прогнали кузов компактного «Хавала» 6 нового поколения, об этом сообщает клуб любителей марки со ссылкой на свои источники на заводе. Ресурс опубликовал даже фото, на котором, если постараться, можно разглядеть кузов H6. Эта информация явно свидетельствует о намерении «Хавал» а. вывести новый H6 на российский рынок, б. Локализовать его выпуск. Вероятно, после сварки первого кузова специалисты сделают анализ качества проведенных работ, после чего будет принято решение о сроках начала массового выпуска. Премьера третьего поколения H6 в Китае состоялась совсем недавно, в июле текущего года. Моторная гамма в Поднебесной состоит из 1,5-литрового турбомотора мощностью 169 сил, а также 2-литрового двигателя на 224 силы. Коробка передач, 7-скоростной робот DCT. На российском рынке «Хавал» пока еще продает кроссовер H6 первого поколения, их импортировали из Китая в готовом виде. У нас модель доступна с 1,5-литровой турбированной четверкой мощностью 143 силы, работает она с 6-скоростной механикой или же 6-скоростным автоматом. В фирменных дилерских центрах цены начинаются от 1 188 000 рублей. Отметим, в России «Хавал» продает 5 моделей, это кроссоверы и внедорожники H5, H6, F7, F7X и H9.